Катенька, нельзя оставаться опасно. Иди в машину, ладно? Только будь осторожна. Давай, давай, иди в машину. Хозяина вызвали? Да, он сейчас прибежит. Он тут недалеко живет. И тут явно вот эти вот полосатые натворили. Это их работа. А вон и хозяин, кстати. Вы тут с ним поговорите, а мы пока с мальчишками разберемся. Хорошо, давайте. Ваша работа? И чё она? Это я тебя спрашиваю, чё она? Ломанули магазин и подожгли, чтоб следов не было. Ты чё, вообще, что ли? Погоди, ломанули? Это, погоди. А борзе? Ты сам не борзе, братишка. О! Мы этот Бэмби фейерверк в другом месте взяли, у входа. Потому что мы хотели вечером салют устроить. Ты это в отделении расскажешь. Так, поехали. Чё? Все поехали? Никуда мы не поехали, понял, Муса? Давай, давай! Ребят, значит, по-хорошему не хотите. Я ведь могу вызвать. Ты что такой уверенный, а? Давай, 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 вызывай. Напугал меня. Только без обид, мужики. Третий, первому прием. Чего ты всем рот затыкаешь? А? Крутой? Типа того. Ну, с ружьем-то, конечно, не страшно. Я тебя щегол голыми руками сделаю. На слово, поверишь? Так, ребята, это уже статья. Ага. Сопротивление при задержании. Рот закрыл, орел на комнатный. Ну че, братишка, а без пушек задержать рискнешь? Или слабо? Ну че, а? Держи. И не вмешивайся. Давай, Жека! Давай, Жека, мочи его! Давай, Жека, порви его! Давай, Жека! Давай! Давай, порви его! Давай! Давай! Остыньте, гренадеры! Не взламывали они ларек. Там дверь закрыта была. Короткое замыкание, понимаешь? Понял нас! Ты на нас к нам! Слышал? Замолчи, все нормально, Коля. Гуляйте, гуляйте, парни, гуляйте! Гуляем. Гуляйте! Только без косяков. Ты? Молодец. Как учили. Без обид, братишка. Смотри, больше не попадайся мне, братишка. Больше фору не дам. Все, давайте, давайте, гуляйте, гуляйте.